Отрасль социальной защиты населения Ульяновской области – развитая структура, включающая около 60 учреждений самого различного профиля. А значит, здесь, прежде всего, важно четкое управление и самостоятельная работа всех подразделений ведомства. Нынешнее разделение Минздрава, как отметила Зинаида Кудинова, очень важное и нужное решение. Для того, чтобы выполнить эти большие задачи, считаю, что как раз те возможности Ольги Михайловны, которые касаются вот такой вот вопроса взаимодействия всей социальной сферы, как раз это очень важно. Специалисты органов социальной защиты населения очень много внимания уделяют здоровью сограждан, развитию активного долголетия среди пожилых ульяновцев, а также решению возникающих у них проблем. Руководить новым ведомством предложено Ольге Касимовой. Готовы ли вы взяться за это не очень легкое дело? Готов. То есть вы готовы стать руководителем отрасли? Спасибо. Вся карьера Ольги Касимовой связана с системой образования, что, по мнению специалистов, очень большой плюс в предстоящей работе. Алексей Матюнин, Леонид Скоморохов, репортер 73.